Какие вопросы волнуют население сегодня и насколько они интересуют молодое поколение? Обучающий семинар по работе органов местного самоуправления проходит в лагере «Юнармеец». Члены молодежной администрации, представители молодежных организаций городских и сельских поселений разбирают насущные вопросы, в частности, затрагивая методы взаимодействия жителей и сотрудников районной администрации. Помогают же сегодня ребятам понять суть возникающих проблем и пути их решения районные власти. Вопросы экономического, социального, политического характера. В необычном формате молодежь Щелковского района обсуждает актуальные на сегодняшний день темы. Круглый стол больше напоминает игру, нежели совещание. Участники разделились на несколько групп, исполняя различные социальные роли – жителей села, пенсионеров, студентов и другие. Самая непростая роль сегодня у представителей власти – задача разобраться в проблемах населения, вопросах жителей. Так затронули темы увеличения заработной платы, экологии, транспорта и многие другие. Все проблемы, которые они поднимали в этом живом разговоре, они касаются не только молодого человека, но касаются его родителей, касаются его дедушки, бабушки, касаются вообще положения дел в нашем Щелковском районе и в гражданском обществе. И если такие форматы круглого стола мы будем продолжать дальше, то мы будем получать полную информацию о том, что происходит. Мы будем видеть болевые все точки для того, чтобы принимать меры, для того, чтобы проблем снимать. Как отметили сами представители молодежных организаций, встреча получилась продуктивной и позволила вникнуть в суть возникающих проблем в различных сферах. Эта встреча очень полезна, поскольку здесь собралась вся активная молодежь района, и у этой молодежи появился шанс выразить свою позицию, причем выразить ее на таком приятном, коллегиальном уровне, общаясь со сверстниками, при этом общаясь и с представителями нынешней власти района. Ну, очень полезно, то есть мы, молодые люди, можем посмотреть, с какими проблемами и вопросами встречаются наши руководители. Это была очень полезная встреча, так как мы действительно погрузились в проблемы, с которыми сталкиваются наши власти. Я всегда знала, что это очень сложно находиться у власти, и хотела бы как-то погрузиться в эту среду, возможно, в будущем и работать в этой сфере. Встреча показала, молодежь Щелковского района интересует насущные вопросы, возникающие ежедневно в социальной жизни общества. Молодые люди активно включаются в их обсуждение, стараясь найти пути решения, что говорит о интересе повышения уровня качества жизни в родном крае. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».